Мне кажется, что все люди глупее меня. Проблема в других людях или во мне? Это не я так сказал, это мне вопрос задали. В общем, достаточно забавный. Он сам по себе, ну, как бы не особенно умный, на мой взгляд, так чтобы после этого радикально, так сказать, утверждать, что вокруг тебя одни идиоты. Вот. Ну, действительно, сложно найти людей, с которыми вы можете содержательно общаться, если вас это интересует. Да? Потому что часто человек может быть очень умный и понимающий там, и так далее, но это просто другая сфера, другие интересы, другая вообще жизнь. Да? Поэтому, знаете, может быть, ваша жизнь другим неинтересна. Почему? Потому что, может быть, она и вам недостаточно интересна. Вот. И поэтому я бы подумал про то, чтобы себя сделать богаче, и тогда вполне возможно вы увидите вокруг людей, с которыми будет о чем поговорить.